Документи на будівництво відтепер без черг. Дніпряни можуть оформити їх дистанційно. Для цього треба зайти на портал iGov. Звідти документи через ЦНАП направляють у Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Такий процес триває до 10 умовних днів. Усього 7 нових послуг. Серед них – декларація про готовність до експлуатації об'єкта, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, про зміни в існуючі проекти та інші. ГАЗК уже тоже, в свою очередь, обрабатывает эту заявку согласно утвержденной процедуре и вносит в реестр и готовит ответ гражданину, который также передается в ЦНАП. И затем он уже может прийти и получить как оригинал, то есть в бумажном виде этот документ. Также он может быть отправлен в электронном виде на почту. Буквально там в течение нескольких недель мы запускаем проекты, точно такие же по соответствующим документам, по другим ЦНАПам, по другим органам местного самоуправления, которые приняли на себя уже функции государственного архитектурного контроля.